Также в рамках форума Рамазан Абдулатипов провел встречу с председателем Всероссийского общественного движения «Матери России» Валентиной Петренко, председателем Совета общественной организации Ассамблеи народов России Светланой Смирновой и с членом Общественной палаты России Ляйлой Амирхановой. Абдулатипов поприветствовал гостей и выразил уверенность, что предстоящий форум даст положительные результаты в решении многих насущных проблем. Глава отметил, что мы всецело настроены на то, чтобы Дагестан стал лучше и безопаснее. Также Абдулатипов предложил поддержать организации, защищающие интерес семьи, материнства и детства, дополнительными грантами. Валентина Петренко поблагодарила за организацию такого форума и за теплый прием. Несколько проектов очень серьезных. Вот Валентина Ивановна Матвиенко взяла наш проект на второй Евразийский форум, который будет в 2018 году. Уже больше 100 стран там изъявляют желание, значит, присутствовать по профилактике рака молочной железы, по здоровью женщин. Мы проводим акцию такую, розовая ленточка порядок, ну, в общем, уже 22 региона. И я бы хотела просить вашей поддержки, потому что здесь провести акцию такую по привлечению внимания к женщинам, к своему здоровью, матерей, женщин.